Он захватил вражеский лагерь и прокрался на корабль, стоящий у пристани. Опять, друзья мои. Кстати, блин, я забыл там взять кое-что. Ну ладно. Ага, вот так отключается. Можем взять меч. Ч-ч-ч-ч. Там, по-моему, будет. У меня очень мало на восстановление ихнего. Так, а давайте я буду... А, ну да. Против этих-то это не работает. Я это позабыл. Так, когда происходит какое-то действие, мы, кстати, не можем ничего убрать. Да нет, нет, работает. Смотрите, а я думал, не работает. Ай. Так, ну я понял, походу говоря, они будут выскакивать бесконечно, да? Нет, конец, смотрите-ка, есть. Так, и мне нужно скушать вот эту фигню, потому что у меня плохо со здоровьем и плохо с маной. Это нехорошо, не то, не то. Так. Вверх она, по-моему, не стреляет как раз. Это значит, что нам нужно... А так, а последний удар, по-моему, у меня остался. Ну или предпоследний, ладно. И здесь лежит мясо! Кусок мяса! Ха-ха. Окорочка такие веселые. Золотой наруч, ты очень храбр, но, к сожалению, у меня нет времени возиться с тобой. Я серебряный наруч. Ты не можешь остановить меня, это тщетные попытки. И он такой сваливает от нас, засранец. Но, тем не менее, нас тоже не оставляют одних здесь. Ой, я помню этот ужас. Ну, благо у нас с нами здесь вот этот чувак, который просто... Нефиг нафиг. Порвет. Замечательно. Али победил Гаргули и отправился в погоню за Серебряным Наручем. Что ж, и мы приплываем на остров. И что же нас там ждет? Во-первых, давайте вначале посмотрим, где же мы по карте. По карте мы находимся вон тут. Я думаю, все догадались, где мигающий флажок, и вам не надо объяснять, где мы находимся. Ладно, иди погуляй пока. Пусть поустанавливается. Видите, какой-то непонятный то ли пень, то ли гриб, то ли что это. И там сундук, да? Ну, пока непонятно, что это. Потом-то мы узнаем. Когда-нибудь, лет через 200, как говорится. А, широкий меч на 30 ударов. Вот есть меч на 41 удар. А, он обычный меч. Есть разные оружия здесь в игре. Разные бомбы. Разные вообще все. Все-все-все. Ага, вот она. А, здесь мы можем подобрать очень полезные штуки. В данном случае, в моем конкретном, мне не нужно, в принципе, огненное оружие, но я просто подобрал его. По крайней мере, показал вам, чтобы вы знали, как пробраться в эту секретку. Не то чтобы это прям секретная-секретная секретка, но... Бежим! Не успел чуть-чуть.
Здесь нам дают бомбы. На тот случай, если у нас вдруг нет бомб. Бомбы у нас как бы есть, но давайте все-таки использовать те, что дали, потому что... В принципе, мне бомбы-то понадобятся еще. Поэтому я буду использовать те, что дали, обычные. Так, это очень хреново. В принципе, да, у нас. И из него выпала жизнька, которая увеличивает нам общий статус. Итак, у нас 210 жизней и 145 маны. Прикольно. Прикольно. Так, ну это решается, по-моему, тем же самым. Способом, так сказать. Берем зелененький ключик. Единственного, чего я не помню, по-моему, нам надо во второй комнате, которая будет дальше. По-моему, именно там мы сможем взять нужные вещи. О боже. Я эту хрень помню. О, боже ж ты мой. А, во, как с ними сражаться. Во. Вот точно. Точно. Во, как с ними сражаться надо было. Здесь мы можем с вами пройти в зеленую дверь. От которой у нас есть ключик. Спрыгнуть вниз, либо пройти в желтую дверь. Я предпочитаю спрыгнуть вниз все-таки. Подобрать ключик, если мне надо было бы. Ладно, здесь течение очень-очень жесткое, которое нас все равно выносит в итоге вот сюда. Кстати, по-моему, если не отключать вот здесь вот, то на следующем уровне что-то будет. А может и нет, я уж не помню. Давно, я очень-очень давно проходил эту игру, поэтому я могу какие-то некоторые моменты, например, не помнить. Как вы видите, сюда мы попасть не можем. У нас чего-то нет, но мы можем вызвать нашего призрака, духа. Падаем вниз. Счастливые и довольные. Включаем эту хрень. Ты будешь? Спасибо. И вот здесь вот нам как-то надо... Упс. Ну. Вот. О боже, улитки, как я их ненавидел. Свое время, боже ж ты мой. Не, знаете, не то чтобы они доставляли сильно большие проблемы, но... Боже. Так, а что нам? Нам нужно в идеале восстановить вот эту фигню. По-моему, равноценный обмен получился. Даже 3 из 4. Из 4, так сказать. В принципе, пока что, на данный момент, у меня еды много. Грипп восстанавливает, по-моему, тоже максимум. Только он, по-моему, восстанавливает максимум ХП. Давайте на всякий случай я просто проверю. Выброшу, допустим, эту штуку. И посмотрю. ХП СП по 1,4. Нет, он чуть-чуть бесполезен. Куда ты покатил?
придурочный. Так, мы теперь можем зайти вот сюда наконец-то. Я помню, что надо проходить с выключенной фигней вот этой, по-моему. Ай-яй. Точнее. Ну, короче, я все правильно сделал. Вначале я выключил, но там проблема в другом. Да отстань ты от меня, мелкий. Вот. Теперь там зомбаки, по идее, выходить не будут. А это значит, что мы можем спокойно пройти. Потому что там вся проблема была именно в зомбаках. Зачем я это делаю, если у меня есть... Вот так. Кучка этих... ребятишек, очень прикольно горящих. Из них можно как раз выбить вот такое зажаристое мяско, которое восстанавливает нам овер до хрена всего. И, по-моему, хпшку. Тоже замечательно. Тихо. Ну или так. Вот, больше, по-моему, здесь только гриб, который восстанавливает по половине, по-моему, всего тоже. Блин, я что-то то ли слишком хорошо играю, то ли что. Потому что у меня все прям идет замечательно. У меня куча всего, у меня такого, помните, никогда не было. Возможно, я... просто сейчас действительно играю как-то более хорошо, наверное, чем в детстве. Ну, хотя, в принципе, логично, что сейчас я играю лучше. Потому что, наверное, ну... какой-то скилл все-таки появился, хоть и чуть-чуть. Это несмотря на то, что я еще на самом деле-то плохо играю. Тыщ. Такая лесенка прикольная. Так. Ничего, надо вспоминать, как мне проходить. Я помню, что вот здесь вот есть проход. Пройти туда можно с помощью... Ай. Вот, да. Прошли и получили взрывной лук. Довольно прикольная тема, на самом деле. Позже вам покажу суть этого взрывного лука. Так, а что нам здесь не нужно? Нам вот ты не нужен. Что, зачем мне меч с одним ударом? От него толку, его все равно менять придется. И переключаемся на вот эти бомбы, которые нам дали. Так, я не помню, опять-таки, что нам восстанавливает чеснок. Меня это уже начинает немножко напрягать. Потому что у меня очень много ненужных мне вещей. Что у нас восстанавливает чеснок? 3/4 ХПСП. То есть и того, и того. Хорошо. Тогда съедаем это. Берем это. Прыгаем сюда. И радуемся. Радуемся жизни. Иди сюда.
Ага. А, он криво это сделал. Ладно. Тогда вот так. О, да, я помню этого чувака. А, нет. Тихо. А, как не вовремя выскочил предупреждение. Так, о нем я помню, есть смысл так делать. Но у меня нет нормальных бомб, на самом деле. Да хорош. Спасибо, что мне дали возможность. Ай. Так. Так, что-то я фигнёй начал страдать уже походу. Так, давайте возьмем нормальное оружие и просто его захреначим. Оу, я помню тебя. Что-то на боссах я стал сливать. Поим хп остановить. Так, раскладывайся обратно. За ней. Тщательно! Тихо. Воу! Совсем все плохо. Вот. Фух! Мы его сделали. И что это такое? Это хрень. Я не помню, кстати, что она делает. Вот я знаю, что она мне чем-то помогает, но что она делает, я не помню. Короче, Ли разгромил пещерных монстров и подобрал жерелье, излучающее таинственное сияние. На самом деле, там же есть еще одна комната. Забыл убрать мышку, простите. В общем, вот здесь вот берется ключ, вот так сюда попадать, и я вспомнил, что мы можем таки попасть в эту гребаную синюю дверь. Для этого придется, естественно, возвращаться полностью. Но я вспомнил. Я помнил, что я туда попадал до того, как выходил из этих пещер. Что же нас ждет за этой синей дверью? Ждет нас, честно говоря, здесь небольшая жопа. Не то чтобы прям сильная жопа, но все-таки не удалось мне уклониться от этих ребят. И здесь будут вот такие вот 4 сундучка, которые 2 нам повысят ману. Здесь вот есть еще один вот такой, вот такая штука. Что она делает? Она призывает ифрита. Ну, короче говоря, если у вас нету никаких возможностей призвать ваших, скажем так, юнитов, то у вас есть вот такая возможность. Ладно, супербомбу подобрали еще. Бомбу подобрали и можем теперь уже спокойной душой выходить полностью отсюда. Что больше здесь все же ничего не будет, по-моему.
Ну что ж, мы продолжаем оттуда, где закончили в прошлый раз. Надеюсь, вам все еще нравится смотреть на все то, что я делаю здесь. Потому что я все это делаю, конечно же, идеально, как же иначе-то. Ладно, шучу, на самом деле, просто я надеюсь, что вам это действительно нравится. И вы это действительно смотрите все еще. Значит, я это делаю в таком случае не зря. Так. Что касается дальше, я уже хуже знаком с некоторыми секретками игры, поэтому могу чего-то не знать, дорогие друзья, и поэтому не обижайтесь, если вдруг я не буду чего-то знать. Прокакали рыбку. Ай, ай, да тихо вы. Рыба разбушевалась что-то. Видите, опять в пенек вот этот. Чё он значит? Прям не знаю. Но расскажу вам на самом деле попозже. Вот, мы прошли, кстати, довольно много, я вам даже бы сказал. Я помню, я до суда довольно долго добирался. Скажем так, в свое время. Кстати, секретки можно очень легко проверить. Если они есть, то их можно будет бить. То есть, когда ты ударяешь по секретке, то там можно... Ты начинаешь, короче, ее хреначить. Ладно. Так, вот я не помню. По-моему, у нас нету ключа от красной двери. Да, видите, у нас, к сожалению, нет ключа от красной двери. Ну, что поделаешь. Ау. Ау. Да хорош меня бить, Ифрит. Момент, когда Ифрит бьет тебя больше, чем кого бы то ни было. Так, вот здесь нам начинает уже нужно больше наших этих. Так, давайте сохранимся, потому что я не помню, какую дверь из этих двух нам надо. А вот нам надо не в эту, по-моему. Да, нам надо было вот в эту дверь. Здесь начинается жопа немножечко. Так, пока Ифрит здесь со всеми разбирается, мы уклоняемся от большей части ушек. Ай, я сказал укла, сразу няемся. Замечательно. Не будет нам никакого сюрпризика здесь, да? Ну да, видимо не будет. Но мы сюда в любом случае не зря зашли. Учили. Главное, чтобы этот засранец вас не выбил, знаете ли, за пределы комнаты. Это не очень круто. Вообще он очень много, кстати, урона наносит. Вот эта комната, кстати, довольно опасна. Будьте здесь предельно аккуратны. Я, кстати, серьезно говорю. Сейчас поймете почему. Вот из-за вот этих мразей. Так, у нас есть один желтый ключ. Зеленого ключа, как вы понимаете, у нас пока нет. Ай. Ай. Ай, да хорош. Мы здесь не можем никуда выпрыгнуть. Подбираем два ключа. Подбираем, я сказал. Оп. Увеличение здоровья. И мы можем открыть вот эту дверь. Но мы этого делать не будем. Потому что нам нужно открыть вот эту дверь.
как бы просто это не было, но факт остается фактом. Нам надо почаще теперь посещать различные секретки, которые будут давать нам различные ключи для доступа туда, сюда и так далее. Так, что нам дают грибы? Восстановление и хпшки, и здоровья. Думаю, будет вот так приоритетнее взять. Вспоминаем, что там была красная дверь. Синих дверей мы, по-моему, пока не встречали. У нас в данный момент есть три ключа. Один желтый, зеленый и синий. Вот и синяя дверь, в которую бы мы не попали, если бы не взяли тот ключик. Что хреначишь-то меня? Друг мой, сизый. Так. Блин, вот меня всегда, знаете, что напрягало? То, что... Здесь нельзя... Сразу взять и там куда-нибудь спрятать вещи. Ну ладно. Обойдемся как-нибудь без этого куска. Я так понимаю, мясо все-таки. Куча бомб. Куча бомб, которые, кстати, почему-то не хотели взрываться. Если бы мы прошли вперед, то они бы взорвались. Замесясина. Ай. Ай. Вот чего не помню, того не помню. По-моему, нам сюда надо. А может, я уже и лоханулся и зашел не в ту дверь, в которую мне надо, потому что ключей у меня больше не осталось. А это значит, что я либо сейчас лоханулся, либо я иду по тому правильному пути как раз. Ой-ой-ой, я помню этих гадов. О, как они мне не нравились-то. А. Вот так вот. Теперь у нас есть красный. Но здесь еще есть закрытая дверь синяя. Надо запомнить. Я думаю, вы все еще помните, что у нас был там один проход, когда я пошел вниз, а могу пойти вправо. Поэтому пока красную дверь мы трогать не будем.